С 12 марта кинозрители страны увидят художественный фильм «Счастье в конверте», созданный в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Фильм уже увидели жители 25 городов России в рамках закрытых показов. Теперь у тверичан будет уникальная возможность увидеть картину и даже пообщаться с творческой группой. Мероприятие посвящено выходу на большой экран художественного фильма, и этот показ пройдет в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Участниками станут автор сценария Евгений Бедарев, режиссер Светлана Суханова, продюсер Александр Хачко, пиар-директор Мария Безрук, заслуженный артист России тверичанин Залим Мирзоев и продюсер Сергей Берлов. Сбор гостей в 17:30. 13 марта в 18:30 нам с вами предоставится исключительная возможность оценить работу, которая явно претендует на роль стать истинной и настоящей. Встреча с представителями съемочной группы, планируется участие режиссера фильма Светланы Сухановой. Информация по телефону 300-033 и на сайте panorama-tver.ru. И особенно приятно отметить, что цены на эту премьеру будут очень-очень привлекательными.